Доброе утро. Сегодня мы приехали в этот шопинг-центр опять, потому что мы хотели Crocs купить для сестрички моей. И потом мы, по-моему, поедем в Англию, да. Что есть такой остров, называется Гибралтар, который находится совсем возле Испании, и это Англия, оказывается. Я зашла в Манго и обалдела, потому что там платья очень красивые, и у них достойные цены. Так что я сейчас пойду туда и все померю, потому что мне безумно все понравилось. Вот. Здравствуйте! Тот же день, только я купила новый свитер из Top Shop. Он такой яркий-яркий синий, он мне безумно нравится, и он очень идет к загару новому, я считаю. Да, мы остановились в этом молле, чтобы купить Crocs. И, короче, да, вот это случилось у нас. Сейчас мы остановились кофе купить и потом дальше едем. Это уж точно. Без магазинчиков в этот раз. Вот мы перешли в Англию, вот уже телефончики у нас здесь есть. И все. Вот мы только что доехали на такси в центр города, здесь в Гибралтар называется. И здесь все уже по-английски написано, fish and chips, эти самые из Англии продают. Еда вся из Англии. Очень-очень классно, как можно жить в Испании, приехать и ва. О мой бог. Извините, что я так прервала камеру, потому что перед моими глазами задавили птицу. Это очень грустно, потому что я люблю птиц. Вот уже все как в Англии. Ну, не совсем, но поближе к телу. Здравствуйте, я купила себе очки. Здесь освещение не очень. О, вам неплохое освещение. Купили мы очки, я их наконец-то нашла, вот эти Miu Miu очки, которые я видела на Miranda Kerr, это Victoria's Secret модель. Я просто в них влюбилась. Я еще купила себе сережки, я искала такие сережки очень долгое время. Вот мы приехали в продуктовый магазин, чтобы подкупить что-то на ужин сегодня. Я в отделе напитков. К сожалению, здесь ничего нету, а по вкусу имбирь, по-моему, джинджер, короче, потому что меня немножко тошнит. Я пила кофе и потом на машинке так по горам, и, короче, мне поплохело. Это не новость, потому что мне всегда плохо становится в машинах. Да. Орешки в таких маленьких пакетиках. Я их съедаю за я не знаю сколько много дней. Какой? Вот такой возьмем. Микс. Какой? И что? 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 Так, сегодня у нас один из последних дней, и мы идем на пляж сегодня, конечно, потому что 27 градусов. Хоть вы бы и не сказали, потому что на мне рубашка, но мне и не жарко. А я всегда в свитерах, и пишут мне на инстаграме: Соня, ты всегда в свитере, и сколько много градусов? А я пишу: плюс 30. Да, я одеваю, что я хочу. Короче, хочу какой-то лимонад сегодня. О, у меня кепка еще здесь в машине есть. О, вот такая есть. Так, сейчас я иду одна в один магазин, в котором продаются много вещей. Я хочу посмотреть там сандалии или что-то, просто гулять, потому что все кушают, и я уже покушала. И, короче, я там сижу и ничего не делаю. Так что идемте в магазинчик. О, да, я в восторге. Вы не представите себе, я нашла столько всего классного. Я нашла еду, чтобы принести домой к маме. И здесь есть русская еда, здесь есть немецкая еда, из Англии еда. Здесь есть еда, которая у нас продается даже в магазине. Так что этот магазин просто великолепный. Здесь все есть, я просто с ума сошла. Да, люди меня ждут, я думаю. Так что пора мне идти. Боже, я так рада сейчас. Ну, ребята, это все. Я еду обратно в Торонто. Сначала я еду в Барселону. Потом я там жду 2 часа или 3 часа, по-моему. И потом еду в Торонто обратно. Я сейчас гуляю по аэропорту одна. Здесь никого нету.
очень рано утром и ищу Wi-Fi. И здесь в Малаге нету Wi-Fi. Это плохо, потому что хочу загрузить фотографии на Instagram. И, короче, я здесь шляюсь и шляюсь, и думаю, часы купить мне, может быть, или что-нибудь сделать, развлечь себя как-нибудь. Так что да, хи-хи, ха-ха. Крутизна. А я сейчас пойду в duty-free. Это моя любимая часть аэропортов. Я причем опоздала почти, у меня была астма-атак, потому что я так быстро бегала к моему самолету, когда я сюда приезжала в Малагу. И да, потому что я застряла в duty-free, а мой самолет уже уезжал. Но я не опоздала, не волнуйтесь. Все вовремя, все под контролем. Да, в этот раз точно. Не будет астма-атак, обещаю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вот оцените, у меня губы выглядят больше. Или такие всегда были, потому что я намазюкалась Dior Lip Maximizer. Lip Botox. Хотя они и так у меня были большие, я не знаю, насколько они стали больше. Короче, я нашла кучу вещей, которые я искала всегда. От Clarins, от Terry Mugler. Куча вещей, подарочки. Все нашла в этом Duty Free волшебном магазинчике. Wi-Fi нету, но Duty Free хороший. Купила куча всего. И купила этот блеск тоже от Dior. Я думаю, что он работает, он мне нравится. Короче, у меня блеска нету. Сейчас есть. Извиняюсь, что я такая страшная, но я прилетела в Барселону, и когда я прилетела, мой телефон узнал Wi-Fi, потому что я здесь была. И когда приземлялись, я видела здание, которое я помнила. Боже, какая я страшная сейчас, извиняюсь. Короче, сейчас я иду в security, скоро буду в Торонто.